Традиционно в августе на территории Ленинского городского округа празднуются Дни поселков. День рождения горок ленинских местные жители отметили с большим размахом. Организацией торжества занимались сотрудники досугового центра «Юность». Директор учреждения Жанна Карасева отметила, что подготовка к мероприятию длилась несколько месяцев. Вообще всегда самое трудное – это создание сценария, его задумка и дальше его развитие, потому что очень много разных идей, и хочется их сложить так, чтобы это было красиво, гармонично и с логическим концом, и с посылом для зрителя, чтобы зритель понял вообще, что мы несем в конечном итоге для него. Для жителей и гостей поселка Горки Ленинские в праздничный день была подготовлена большая развлекательная программа. Художественная выставка, ярмарка, мастер-классы, фотозоны. Для детей работали аттракционы, батуты, аквагрим. Также ребята могли поучаствовать в интересных играх и конкурсах. Отличный праздник, побольше бы таких. Это отдых не только с семьей, детям очень забавно, много разных аттракционов, также картины замечательные. В общем, постарались на славу, спасибо. Праздник очень замечательный. Ну, просто организаторы молодцы. Здесь живем здесь с семьей 10 лет уже. И вы знаете, каждый год прихожу на праздник, каждый год все что-то новое, все улучшается, и администрация молодец. Участниками музыкального концерта стали творческие коллективы досугового центра «Юность», местной детской школы искусств и Калиновской школы. Первая песня, прозвучавшая со сцены «Я, ты, он, она, вместе целая страна», подчеркнула главную идею праздника – «Земля горок ленинских для представителей разных народов». Во время торжественной части вспоминали жителей разных национальностей, которые внесли большой вклад в развитие поселка. Старшее поколение коренных жителей будет обращаться с посланием к молодежи, к юным людям, тем, которые недавно приехали сюда, чтобы они полюбили эту землю вот как свою родную, чтобы они тоже своим трудом прославляли землю, чтобы они достигали больших высот. Отметили также заслуги людей, которые в настоящее время трудятся в родном поселке. Активным жителям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Горки ленинские немножко расширяются, все-таки дает о себе знать близость к городу Москве. Побольше, мне кажется, стало в последнее время у молодежи участвовать в различных мероприятиях. Сейчас отличная история, связанная с спортивным развитием на нашей территории. У нас уже не первый год проходит и мотокросс, и автогонки. Участвует огромное количество молодежи. День рождения поселка Горки Ленинский получился ярким и запоминающимся и подарил всем гостям праздника хорошее настроение. Хорошее выступление, хорошая атмосфера, аттракционы, то есть вообще все прекрасно. Атмосферно очень хорошо. А еще у нас в Наталье традиция постоянно, когда нас видят вместе, нас берет камера. Да. И берут интервью. И пришли все, кому дорога земля горкинская. Красивый концерт, хороший праздник, замечательное настроение. Вот просто посмотрите на людей, какие счастливые лица. Здесь родилась я, здесь земля моя. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.